Молоток. Молоток я возьму, почему? Потому что, а вдруг там где-то что-то придется поколотить. Так сказать, да. Ага, он вверху. Эй, help! Чем тебе хлопануть? Чем ему хлопануть, я не знаю. Как мне вот залезть вверх, я пока не знаю, друзья. Но, возможно, мне кто-то подскажет. Типа, йоу, Макс, вот тут можно подняться. Спасибо, я скажу тебе. Добрый человек. Сохранение. Мне нравятся, на самом деле, эти вот такие, типа, открытые площадки. Выглядит, конечно, фантастически. Блин, у меня какое-то непонятное чувство возникает, такое... эйфории, наверное, какой-то. Я вот реально, у меня аж слезы наворачиваются в эти моменты, что, блин... Блин, слушайте, даже тяжело говорить почему-то в такие моменты. То есть я это вижу, и я понимаю, что, блин, попасть вот в то же самое место в реальной жизни, скажем так, ну, то есть Бурдж Аль, или как там, Аль-Раб, или как он называется, Бурдж Халифа, то есть в Дубай. Ну, возможно, конечно, но в ближайшее время уж точно нет. Да и это будет стоить, ну, типа, ну, реально дорого это будет стоить. И стоит ли оно того? Ну, типа, как сказать, ну, стоит ли оно того? Ну, это, понимаете, такой вопрос тоже абсолютно риторический, потому что, ну, да, я, типа, был бы не против там побывать, да, но с учетом, как бы, денег, которые на это придется потратить, я не знаю, типа, стоит ли. Не знаю. Вот. Так. Сломать крепление. Какое-то можно тут. Так. Как бы выше-то забраться? Какие-то ящики. Я пока не знаю, как выше забраться, друзья мои. Вот в чем. Неприятности. Типа уступ. Такой нормальный уступ. Что здесь? Уверенно можно идти. Не бояться вообще. Вообще. Легко. Так, сломать крепление можно, опять же. Типа, причем медленно идет. Ну ладно. Окей, идем как идем. Ключ карты, ключи на тревогу прежними лежат в сейфе. Ага, код тот же, 6927. То есть еще и код мне тут говорят. Прикольно. 6927. Запомнить, ребята, случайно. Так, припрыгнуть. Как выше-то забраться? Вот вопрос у меня. Я реально не понимаю, как выше забраться. Это вот в чем моя... Подожди, а может быть здесь можно? Слушайте, давайте попробуем, короче. Ну что, я вот реально вижу какую-то вот вроде похоже на возможность. Ну да, она. Как будто мы здесь даже выше. Maybe. Что-то она напевает. Бро, сорян, как говорится, но что поделать, такова жизнь, соляве. Так, а можно в ящик его? Ну, лучше так, что, ну, блин, я хочу, короче, в ящик, наверное, чтобы он сыграл в ящик. Ну, так будет лучше для всех. Так, все, братан, все, спасибо, как говорится, за форму. Все нормально. Так, что тут еще есть интересного у нас? Ключ уборщика, прекрасно, у нас теперь еще есть ключ уборщика, то есть мы теперь крутые пацаны вообще. Так, это что-то вроде серверный, саботировать серверный шкаф, саботировать, ну саботировать это. Черт, стоп, 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 стоп. А, то есть мы можем открыть, да. Бро. Блин, это все тут. Серьезно. Сашка. Твою же мышь. Серьезно. Так, все нормально. Да вроде нормально. Бро, там самое. Там что-то нужно, наверное, сделать. Короче, где у нас эти самые лестницы? Это Maintenance Corridor. Коридор какой-то. Коридор.
Так, как нам выше забраться? Вот вопрос. Самый важный вопрос. Я просто не знаю, как выше забраться. Security room. Это комната типа охраны. О, ключ-карта. Good job. Цифровая какая-то клавиатура. Нажать кнопку. 47 guards are heading your way. Be careful. Ладно, я пойду, наверное, самое. Тут, собственно, что тут вообще ничего делать, я смотрю. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас митинг. Какая-то митинг. А, конференц-зал, типа что-то такого, да? Ну, хотя не, он конференц-зал называется, по-моему. Конференц-рум. Ну, это типа комната там всяких совещаний, встреч. Вот что-то из этого. Так, стучат, конечно, здесь эти. Так, я вот думаю, все-таки, куда же нам... Это лебедка упала, бывает. Так, слиться с окружением. Слушайте, я не знаю, реально, вот, я пока не знаю. А можем напереть? О, мы можем. Employer only beyond this point. О, лестница, ребята, лестница. Слушайте, вот она где была, за замками, оказывается, лестница-то была, я ее нашел. Наконец-то. Еще выше поднялся. Так, где наша цель? Где же наша цель? Ага, вот наша цель. Ну ладно. Так, нам бы еще выше подняться. То есть реально там прям очень высоко забрался. Так. Ну что, мы в дубаях. Beautiful view. Very beautiful view. Ох, опять у меня начинается этот... Ладно, ребят, короче, ладно, все. Обычный вид, ничего здесь такого, ничего интересного. Вид и вид, чего здесь такого. Ох, пацаны, девчата. Ой, я просто. Я впечатлен. Я обескуражен. Вау, это просто что-то с чем-то, ребят. Это что, вода какая-то? Так, здесь, похоже, нету то, что нужно. Change, unfortunately. Так, ладно, пацаны, здорово, чё, кого? Служите, как говорится, свою. А я пойду выше. Тем более я нашел лестницу. Вроде бы. Это же лестница? Это лестница. Точно, это лестница. Как нам еще выше подняться? То есть нам надо еще же выше. Наша цель... А где наша цель? Ах, хрен ее знает. Может быть, она где-то уже здесь. А здесь. В принципе, я думаю, работает. We got him, 47. Soon there will be no more. Все, мы сделали свою работу. Мы молодцы. Our business is done here, but it's far from over. Так надо как-то спуститься как-то бы. Хз, как тут спуститься теперь? Ладно, будем пытаться что-то сделать. В принципе, свою работу мы выполнили. Осталось скрыться теперь. Красиво. Покидаем миссию.
Ну что, ребят, неплохо, я вам скажу. Неплохо. Кодекс, эта миссия была пройдена в полном режиме. Счет прогресса завершения испытания в полном режиме недоступны. Окей. Допустим. Допустим. Но было красиво. Человек за ширмой. The man behind the curtain. Что-то я не успел прочитать. Ладно. Банк. Если это твой победный вид, не хотел бы я тебя, конечно, здесь видеть. Мы не оценили Константу. Он просто разбуфыренный бюрократ, ему нужны не только деньги. Он хочет получить все. Мы его уже один раз поймали, но не мы с тобой упустили его. Ты до сих пор не доверяешь ей. Не люблю тех, кто решает все в одиночку. Послушай, ты не обязан ей подчиняться. Скоро все кончится. Пора подумать о будущем. Пойми, что, возможно, обратной дороги для тебя нет. Если ВМК узнает о том, что ты натворил, она все исправит, как всегда. Мы засекли Карлайл. Идем. Самолет уже ждет. Надеюсь, ты любишь дождь 47-й. 47. Oh, yeah. Мисс Бернвуд. Откуда у вас? У меня есть все номера. Уж вы могли бы и догадаться. Вы спланировали все это? Не смешите. Я лишь разыграл то, что мне раздали. Мы найдем вас. Я был у вас в руках, и чего вы добились? Мы подарили вам империю. Так будет лучше. Партнеры почивали на лаврах, жили в своем мирке, но власть дает не только защиту. Провиденс станет вестником перемен. Вы наверняка это понимаете. Или же скоро поймете. Макс, привет. Как дела? Как настроение? Слушай, прикольно. Вот Hitman 3 теперь проходим. FIFA 23 вышла. Новые, так сказать, игрули у нас. Новые красотули. Продолжать историю здесь можно в, собственно, смерть родственника. Смерть родственника. Ок. Ок. Например. End of the line. Конец пути. End of the line. Оу. Что это? Она вернулась домой. Карлайл лишилась империи. Когда ты на дне, сразу вспоминаешь о том, что дороже всего. Что ж, конец пути близок. Ты готов? А ты? Кем ты станешь, когда будет некому мстить? Мне вполне хватит знания самого опасного беглого преступника. Алекса Кристин Карлайн. Алекса Карлайн скончалась. Так гласит приглашение на ее похороны. Разумеется, все были шокированы, когда покойная глава семьи объявилась очень даже живой. Зная, что дни ее сочтены, Карлайн вернулась из изгнания, чтобы завершить дела и сохранить наследие семьи. Она изверг. Карлайн — потомок древнего рода военной знати. Ее прадед нажил кучу денег во время Второй опиумной войны и создал империю, владеющую грузовыми компаниями, железными дорогами и газетами. Семья почти неизвестна широкой публике, контролирует международные перевозки, логистику, прессу и технологии. Алекса Карлайн — старшая из партнеров. Она холоднее льда, крепче камня, острее бритвы. Кстати, именно ее покойный отец впервые собрал в этом доме. Все три семьи по окончанию Второй мировой, то есть, господа, именно здесь возник Providence. Birthplace of Providence. Где возник, там и закончится. Очень символично. И еще кое-что. По нашим данным, у Карлайн есть досье на Константу. Эти сведения помогут нам снова пойти поймать его. Не покидай поместье. Что ж, 47-й. Удачный ход. И до скорой встречи. Окей.